Нефть и газ определяют экономику России, и именно в арктической зоне сосредоточены основные запасы этих полезных ископаемых. С обсуждения перспектив отрасли началась конференция «Освоение арктического шельфа шаг за шагом». Сейчас, учитывая санкционные вызовы, важно достигнуть технологического суверенитета и развивать отечественную систему стандартизации оборудования. На фоне ограничений общепризнанная американская сертифицирующая компания перестала выдавать российским производителям лицензии. В 2020 году была учреждена автономная некоммерческая организация «Институт нефтегазовых технологических инициатив». Это позволит нам существовать абсолютно независимо, реализовывать наши амбициозные энергетические и технологические проекты. Развитие Арктики неотъемлемо связано с транспортной инфраструктурой, а это в первую очередь Северный морской путь. Среди задач – создание новых логистических цепочек и развитие удобного транспортного маршрута. Большая часть инвестиционных проектов на побережье арктической зоны, в том числе в Мурманской области, направлены сейчас на их решение. Речь, к примеру, о строящемся порте Лавна. Когда-то казалось, что только в самом начале, но те ударные темпы, которые сейчас все инвесторы сейчас организует на реализацию своих проектов, говорит о том, что довольно скоро мы уже будем видеть живые результаты всей проделанной работы. Не стоят на месте технологии геолого-разведочных работ на арктическом шельфе. По мнению экспертов, развитие ждет донная сейсморазведка. Она предполагает размещение регистрирующей аппаратуры на морском дне. Это те методы, которые необходимы для контроля действующих газоконденсатных месторождений. То есть пока месторождения действуют, необходимо понимать, а в каком же направлении идет его изменение. Это поможет улучшить добычу с этого месторождения, и предотвратить какие-то негативные последствия от выкачивания углеводородов. Это только часть поднятых на конференции вопросов. Впрочем, ограничиваться разговорами участники не стали. Встреча – это повод для налаживания новых связей и сотрудничества между компаниями. Элина Шагенова, Максим Кравченко, ТВ 21+.